радовать. Хочу тебя сегодня радовать. Хочу себя сегодня радовать. Давай десертик замутим. Мутим. Яблочко. Возьмем с тобою мы два яблочка. Корицу тоже мы с тобой возьмем. Ма-ма-ма-ма. Медок мы не забудем, нет. И банан. Зачем банан? Ох, ты не спрашивай. Аленка Абель так сказала, ее ведь кто-то угощал. На-на-най, на-на-най, радовать. Пойдем с тобой друг друга радовать. Ну, как-то так. Духовочка вся разогретая, и обещает нам помочь она. А сколько градусов их, я не знаю. Попробуем 160, там будем поднимать до 180. Я думаю, за 200 переходить. А в интернете посмотреть никак, Тань? Никак. Надо все чуйкой. Пусть аромат по комнате разливается. Итак. Баловать. Хочу тебя сегодня баловать. Аромат сейчас будет. Хочу себя сегодня баловать. Пока яблочко в духовке, мы продумываем, с чем мы будем кушать. Самый простейший вариант – просто посыпать сахарной пудрой, да, если больше нет ничего. Я обожаю, несмотря на то, что корица уже присутствует, я обильно и само яблочко посыпала, и когда медок положила, тоже сверху посыпала корицей, потом даже сверху, чтобы бананы особо бледно не выглядели. Я, кстати, банан первый раз пробую. Я посыпала сверху корицей. И если... не хочется. Как вариант с ягодками. Печеное яблоко, несмотря на то, что оно печеное, со свежими ягодами и фруктами сочетается прекрасно. Мне вот сейчас не хватает рыженьких мандаринов. Ну, вроде прошлась по магазину и забыла, как тут отключилась. Конечно, здесь вот таких вот пятен оранжевых не хватает. Абсолютно любые ягодки. Я почему-то люблю, чем кислее, тем лучше. Может быть, потому что мед делает яблочко сладким. И мне вот именно... кислые варианты нравятся больше. С пудрой, без пудры. Вот свежие ягодки, например, и сахарная пудра. Изумительное сочетание. Сочетается. А вся эта зелень и так далее, это просто чтобы подать красиво. Ну, какое-то как пятно, да, как цветовое пятно. Кто не любит, конечно, исключает. Очень любимый многими вариант – это на слегка остывшее яблочко. Кто-то любит на горячее, но тогда, по мне, вот мороженое растекается и не улавливается кайф. Все-таки немножечко отпыхнуть яблочку дать. Оно еще не совсем остывшее, но холодным ее не назовешь. Шарик. Мороженое, мне как шарик никогда не получается. Просто ляпнуть, тяпнуть, брякнуть туда мороженого и со свежими ягодками, фруктами, все, что есть. Изумительный вариант. Тогда как-то, знаете, две стихии, что ли, да, горячие из духовки яблочко, слегка остуженное, об этом никому не говорим, и холодная мороженка. Можно положить на одну тарелочку на расстоянии друг от друга, и тогда еще яблоко прям горячее, пригорячее, мороженое холодное, прихолодное, и вот ложечку того, ложечку того. Кто как бы вкусил это, кто поймал, кому это нравится, тот понимает, о чем я говорю. Изумительный вариант. Изумительный. Дальше. Кто-то любит именно шоколад потереть на терке. Причем у меня не самый лучший вариант. Кофе с молоком тоже вкусно, особенно если вы и запиваете кофе печеное яблочко. Просто как-то больше пойдет, наверное, ну, шоколад любой, темный или молочный, какой вы любите, именно с орешками. Это добавляет, ну, яблочку, меду, растворившемуся, особую пикантность. Кому-то только такой вариант нужен, никакого мороженого, там ничего. Можно попробовать. Мне этот вариант не нравится, поэтому шоколад я не тру, даже и, ну, не готовлю. Шоколад вот сегодня душа не просит. Что бы я с огромным удовольствием сделала, но как это? Лоханулась? Да и то, в общем, со мной сегодня произошло.
Просто царский вариант – это когда запеченное яблочко поливаешь, обливаешь, как по-мудрому сказать. Таня, открывайте кулинарный канал. Ага. Одним словом, запеченное яблочко сверху очень аккуратно заливаешь глазурью со вкусом карамели. Сливочный рис или еще что-то. Но я всегда брала уже жидкую готовую смесь. Она немножко не в такой упаковке. Она в упаковочке вот такого плана прям чувствуется. Но здесь тоже вот сухая сахарная пудра. А это там даже вот переливается уже готовая глазурь. Ее надо очень быстро отчекрыть очень ножницами и полить. И когда яблочко в плену, вот этой глазурь, она застывает слегка. Это просто не надо больше ничего. Потрясающе. Конечно, там не испортит и ягодка, еще что-то, но это уже потрясающий, просто потрясающий вариант. Мне он нравится. Ну а так как я взяла сухую смесь, я не знаю, я сначала беру, потом читаю, то ли там не было другой, то ли мне показалось, что все равно. Вот, я поняла, сколько возни с ней здесь это сделать и то. Сейчас я на это абсолютно не настроена. Моя карамель никак не пропадет, абсолютно не пропадет. Любую выпечку, да, хоть кекс, хоть какие-то булочки, даже если какие-то простые, самые простые булочки испечь, и вот сверху глазурью полить, то какое правильное слово, глагол, подскажите мне. Это будет изумительно. Одним словом, этот вариант сегодня точно, как бы сказать, мы отметаем, но как вариант он изумительный. Если вы не лентяи, то все это проделать. А это может выпекать-то кекс из банана, сделать пюре при помощи вилки, блендера с маслом, выбить яйца, муку. Товарищи, это про кекс рассказывают. Ой, Таня, Таня. Нет, ну так нельзя, ребят, посмотрите. Это надо просто сухую смесь перемешать с водой или молоком. Не варить. Вот видите, не варить. Я пришла уже домой, успела расстроиться. Полить глазурью готовую. Полить. О, глагол нашла. Лучше охлажденную выпечку. Но мы уже настроились, что мы сегодня глазурь. Посмотрите, я, значит, ба, говорю, тут еще что-то с ней надо делать. Это вот в этом вся я. Читаю поверхностно, ролики смотрю поверхностно. Пункт первый поняла, пункт второй забыла. И, кстати, всегда, вот я сейчас сделала бы в духовке эту глазурь, она у меня получилась. Понимаете, самое-то страшное, что. Вот, да-да-да, прекрасно. Не варить, не варить. Но мы уже решили, что будем с мороженкой. Так что, как вариант показываю, лажаю конкретно. Ну, посмеетесь немножко. Так, ну что я хочу сказать. Форма для запекания мне понравилась очень. Спасибо, Аленкин, огромное. Яблочки пропеченные, но не развалились. Они собирались развалиться, однако, в общем-то, такие вот, ну я не знаю, трещинки, я их обожаю. В них проникает лучший мед, сахарная пудра. Может быть, порода яблок такая, сорт точнее. О, порода, все, да. Открывай, Тань, кулинарный канал. Обязательно. Бананы, бананы печеные, вот он тут страшненький, я его завалила. На вид очень страшненький, но на вкус вкусненький. Спасибо, Алена, я как-то не додумывалась бананы запекать. Надо еще попробовать во всех вариациях. Просто как-то там вроде местечка нет, если яблоко большое положить. Я вам сказала, что мы не будем, так сказать, использовать, как уж она, глазурь-то карамельную, да? Так и сделали. Просто хочется попробовать, раз это новенькое, стоит ее обходить или нет. Что я хочу сказать? Вот когда я беру жидкую и не прям прорезаю, вот чуть-чуть там вот прорежешь кончик, и этой жидкой можно очень красиво как-то полить, даже фигурно, художественно. Это мне нравится. Так как здесь все-таки, ну, в чашечке или куда-то сухая смесь высыпается, смесь белая, не переживайте, она как будто сахарная пудра. А потом стоит только молочка или водички налить, как цвет меняется как раз на карамельную глазурь. Вкус изумительный. Действительно, такая карамелька-карамелька. Но красиво полить не получилось. Видите, какие художественные ошметки. Кого это не смущает, да? Пожалуйста. Вкус, пожалуй, что даже. Нет, я сравнить не буду, и та изумительная. Но та уже, пожалуйста, вот она в готовом виде. Очень приятно. И действительно такая
Дорогая карамелька, я буду покупать, надо просто продумать, я же все наспех, у меня все вжих. Вот, очень вкусно, кстати, если просто взять ягодку, да, вот уже застывает, но у меня на балконе очень холодно, то есть просто даже побаловаться, ждешь, когда яблочко остынет, побаловаться, вот, и обмакнуть в карамельке ягодку. На кухне мне это удавалось, здесь уже действительно все застыло. Но вкусно. Вкусно очень-очень. Мороженка вот с этой карамелькой и яблочки. Я аж яблочко не стала обливать. Плевать. Глагол плевать. Вот вкусно. Фотографию не сделала для Инстаграм. Кушаю. Так, вторая порция без карамели. Художественно, конечно, положено мороженое, я понимаю. Здесь... Бананчики все собрала, потому что... Ну, вот сейчас я вам покажу. Они на вид очень страшненькие. Может быть, как-то их по-другому надо было. Но вкус изумительный. Единственное, надо охладить. В горячем виде я вообще не понимаю, что за вкус. В холодном виде... Бананы так, вообще вещь полезная и мягкая. Но так, зря, наверное, свою мороженку положила. Сейчас. Оп. Вот видите, вот бананчики, они страшненькие, но вкусненькие. Это факт. Горячий вкус я не поняла вообще у них от слова вовсе. Холодными они мне нравятся очень. Вот так они смотрятся. Вот их, наверное, как раз хорошо карамелизировать или шоколадом посыпать, шоколадом и орехами. Просто у нас сегодня немножечко другое настроение. Я думаю, страшненькие бананочки можно украсить каким-то орешком. У меня миндальки есть. И вот здесь, где было мороженое тоже, оп, и вот так вот раскидать. Даже можно было одну на мороженку, да? Ну-ка, дай-ка. Все уже, не миндалька, а так себе, миндаль в снегу. Возможно, сейчас все испорчу, но тем не менее, вот обожаю я, чтобы последний штрих была корица, последним штрихом. Чуть-чуть на все, и на мороженку, и на... Кто-то этого не совсем понимает. Меня вообще ругают, что съемки затянулись. Я люблю как-то вот так. Как-то вот так я люблю. А? Шедевра! Энд что, это шедевра! Так, я вот думаю, какие могут быть вопросы. Наверное, наливала ли я водичку, да, в формочку? Нет, воду я не наливала. Принеси, пожалуйста. И это сок дает яблочко, мед дает. Вот я сейчас покажу. Вот это сейчас все застынет. Это будет мармелад с корицей. Яблочный мармелад с корицей и медом. Это... прелесть прелестная. Водичку я не наливала. Температура воды. Температура воды у меня... Воды. О, да, сегодня я, конечно, ролик снимаю. Духовки. Начала я с 60 и потом доводила уже до 180 до готовности. Как только увидела, что яблочко такое... Ну, печеное яблочко, оно же совсем другое, да? Но оно вот такую вот форму-то имеет. Антоновку хочу. Антоновку, конечно, сейчас найти практически невозможно. Вот. Но если проворонить и развалилось яблочко, страшного ничего не происходит. Оно такое же вкусное. Просто, может, его оформлять не очень удобно будет. Вот, кажется, все сказала. Балуйте себя. Балуйте себя почаще, люди, балуйте, чтоб самому себе софитовать. И огромное спасибо Алёнушке Абель за вдохновение. За вдохновение, за такую формочку, за, так сказать, идею. Запекать бананы, я еще буду экспериментировать. Я попробую кусочки разной-разной величины. И еще надо все-таки заглазурить, закарамелизировать. Выговорила! До новых встреч, мой добрый зритель. А они обязательно будут. Не поэтично, конечно. Смотри. Вообще, что вилками чеквардыкаться? Ложечками надо. Мороженое с корицей.
Это фантастиш. Малинка. Мороженое с корицей. Вот он, мой новогодний стол. Мне больше ничего не надо. Ничего. Пусть все салаты, оливье, рыба, все подождет. Прелесть. Легко. Вкусно. Вообще. Снято.